Конец то гитман стремит. Хоть кому-то можно ебало обоссать. Не горе гитусь, покажи свою любовь. Покажи свое ебало и пришли воздушный пук. Точка, 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 лютя. Ебло. Блин, ну я не знаю, что сотри, наверное. Кажется, гитман все динамо начинает драться. Я могу оценить только то, что он это смеется периодически от них тут сидит. Да вот, наверное, сами. Ансавишься. Ты типа завлекаешь самочек на свой стрим. А там есть тебе? Данжензенс тоже будет называться. Есть, да. Настя, а ты подписана на Love Games? Нет. Видишь, ты не все аудиторию уже. О, вот есть сенсей. Есть куда работать. Еще сука на. На, сука. Надо будет у бутерброда еще спросить, входит ли она в твою целевую аудиторию. Потому что Илья любит оскорблять женщин. Я люблю оставлять женщин. Ну, дали такое прозвище, уже невозможно перестать. И постоянно... Что ж поглотило вас? Никто не вспомнит ни о вас, ни о подземных людях. Подожди. Лишь стая гиен будут использовать ваши кости в качестве крови. Блин, надо вернуться заняться готи-версией. Потому что русский Mass Effect пока тяжело будет сделать. I'm fed up of waiting. Наверное, будут сосаться и все это слово. Все. Да нет, ну не так, конечно. Ну, типа, блин, он такой раздражающий. Блин, рисунок, который собрали с первого раза, но, блин. Видимо, какая-то дресня была поднята. Сохранись потом, а то заново опять. Да, спасибо большое. Я с удовольствием сохранюсь. Мне интересно смотреть одно и то же два раза. Кажется. Да? Тем более, такие длинные отрывки. Ну да, окей, тогда... Это будет через полтора часа? Угу. Хорошо, давай. Я буду готовиться. Ах ты! Я даже не буду спрашивать, что ты сделал. Не слышу. Это мне не понравилось. Так, видите, я ура. Что я не мытый от меня. Сказать, точнее, пароль для стрима. Ребята, вам вебку большую можно сделать? Он сейчас должен кричать. Слышишь меня? Эти смайлики. Помогла Настя там все? Да, сейчас походу нет. Отлично. Помогай людям чаще. Это нравится этим же людям. Нелли, что ли? А что еще? Я не помню, что еще могу сжечь. Я давно не играла, мне два. Блин, как этого чувака из Cloud9 зовут? Шрауд? Я не понимаю, что это. Походу сейчас разговариваю. А, понял, да. Все, я снова, короче. А что делать снова? Я мне. А, тебе снова игра нравится? Тебе? Да, да, классная игра. А сколько там? А сколько оставалось там? Говнюк! Тут скоро босс будет, горят. Взял игру, обхаял. Отличная игра, чуваки. Нет ничего, блин, пизже, чем катать шар. Хорошо, что люди иногда придумывают интересные игры. А не только эти шутеры для дебилов. Наконец, можно где-то хотя бы самого... Я принял свою девочку. Все понял. Сразу захотел, теперь хотел с тобой свалить. Ты дерешься, как моя бабушка. Тихо, тихо. Че это такое? Как там? Че? Тихо, да, прием посмотрю, подожди. Блин. Чем кинуть? Подожди, ты просто рубишь... А, все, понятно. Не-не, смертельный. Да!
Смотри, они умрут сейчас. Он умрет, точнее, видишь, что я мечта сбывать. Не-не, видишь, я вижу, как он умирает, да. Так, список приемов. Эйджгит, мы все потеряны, он сейчас со мной, типа. Если, не, если я трем проигрываю, я убить уже... Убить за мать! Кто хорошо фаталити набирает? Я очень плохо набираю. Я просто хочу убить за мать. Наказывайте меня. Грубейшее нарушение. Трибуны негодуют. Мы видим, как у людей в брюке проваливается кофта. И какую же карточку покажут? О, боже! Это зенит, так что желтая, это максимум. Смолит, получает ли. Пытается перехватить заранее передачу Хекса, он так подкрысит решил, но не получилось. Зато есть шанс на контратаку, но вместо этого удар по воротам, первый удар, а нет, это второй удар по воротам в следующем матче. Мяч на поле. Жалко. Такие передачи растягиваются. 60-я минута, Зенит в атаке, принято решение о ударе. Можно было пробить и получше. Как знает. Не хватает. Игроков в поле у ЦСКА Вачка, хорошо. Пасы довольно своевременно. Хорошо, может быть, если бы был Березуцкий, он бы и не перехватил, а другой Березуцкий вроде как справился. Могло быть опасно, но защитник в последний момент подставил ногу. Смещен ЦСКА. Марио Фернандес. Тони Марсиаль. Давай, Игорь, давай. Или давай Факер, давай. Не важно, кто из вас забьет. Будет радость для всех. Выгод. 1-1 удар. Гол, блядь! Гол, блядь! Но Денис нашел, когда пройти меня просто, блин, я считаю, что это переигров. Нет, давайте смотреть повтор, мы больше ничего не увидим, я уверен, никогда. С левой ноги в дальнюю девятку вколачивает Гиппорт. Матч, но Факер бесится, жмет старт, скипает, ничего не скипает. А вот Факер... У меня есть одна стратегия в этой игре. Да, но только сейчас понял, что неправильно сделал. Знаете, там надо было не вправо указывать, а типа наискосок. Чудо спасает! Твои ворота, но... Просто чудеса. Чудеса. И финал продолжается благодаря этому. Факер отдает на план. Господи, как же он заебал. Нужно забить, и это будет победа. А Факеру обязательно нужно отбивать. И этот мяч, разбег, удар какой! Рано! Удар получился. Я проверял кнопку, я хотел сюда. Он хотел проверить кнопку. Но у него есть запас. Разбег, удар. А я самое главное вообще стиком не двигал, я думал я в прямом ударе, я не знаю почему я выиграл. Много кто о чем думал за сегодняшний вечер, но... Ну и легко пародировать. Что за срань, кто эти люди, кто придумали это говно? Да, отличная идея, игра по Властелину колец, классно, классно. Нет, ребят, слушай, давай, блин, не будем говорить дерьмо вообще. Нет, ладно, тут без подготовки тяжело посмотреть. Блин, Гитар Хиро мне немного разочаровало, я посмотрел там. Ну да, вы хоть раз Илью видели в рубашке? Не, ну в смысле футболку. А. Складывать. Ну да, вы видели. Вы видели Илью хоть раз в футболке? Да. Все, тогда. Так, ладно. Хотя бы выпрямился, а то сидит как жук. Блин, я всегда сижу за капоном. Что меня отвлекаете? Как? Я начал... Что я? Что со мной не так? Нормально же сижу. Кто вот это написал? Вот я и говорю, что... Нет. А карта чё? Чё? Опять задержка у фигуры, да? Типа там вообще все... Я тут через минуту... Все места вообще все. Все надо открывать? Ну да, где типа... Где не было вообще? Да, где типа мало, там везде просто... Помощь. А, кстати, вот здесь, вот сюда мне надо. По-любому. Не дал какие-то? Mm-hmm. Я забрался на что-то, я все собираю. Блин! Извините, ребята, обычный микрофон. Там, кстати, грипп ходит, но теперь весь став будет, так что будьте осторожны. Извините. Ребят, прошу прощения, у меня обычный микрофон с левой стороны, я по привычке вправо. Простите, пожалуйста, ребят. Получается 63.
Все. Ты вообще тогда уже ты четвертое уже значение, которое получается по вашей формуле. Что за жесть какая-то? Ты что, фалла? А еще я тебе посчитаю пятое. Я готов тебе посчитать. Какой он перк взял? Давайте я тебе. Гитман, это сложнее, чем РГГ. Дайте мне комментарии. Да напиши что-нибудь приблизительное, среднее арифметическое. Лучше одна ДНД или 5 игр на досе. Дайте комментарий. Вы считаете формулу и прибавляете 20. Все, да? Это да. 115 число. Плюс. Уже как ты мог выжить? Она 200 лет назад. Я в бункере. Не ролеплей. Минус 1, все. Я в бункере. И 200 лет прожил в нем. Че? Война была 200 лет назад, чувак. А как люди повыживали-то на пустошах? Они все что ли из убежища? Нет, как ты мог, как могла быть война, когда тебе было 27 лет? Ну... Типа, ты понимаешь, ты сейчас на 190 лет? 207. Да, ты сейчас 207. Но если бы был человек, то это вряд ли могло случиться. Хорошо. Это у Гуля может быть такая все, история. Все, понял. Они хорошо. Хорошо. Родители, если их не знал, насколько я знаю, моя мать умерла при зачатии. Она была человеком, мой отец был мутантом, поэтому я полумутант. Вот. После этого я оказался на улице, питался чем мог, подножным кормом и рос злым, но в то же время у меня было много женщин, потому что они все были польщены моим ростом и весом. У меня просто один вопрос. Пиздец, ну ты посмотри. Ну, уровень еще два таких. Ну, ебать. Да какие два? Это Ластецкий, иди в пизду. Нет, блядь. Если, блядь, это не Ластецкий, будешь проходить Ластецкий сам. Меня заебала эта игра, вот честно, блядь. Не думал, что это скажу, но заебала. Она же милая, правда. Смотри, какая няша. Да, сентиментальная. Чуваки, это же не Ластецкая. Я смотрел прохождение, там еще два уровня было. Или тут в разном порядке проходится. Чат. Подтвердите или отправить. Это что за дресня? Горят, что это Ластецкий, но потом, возможно, будет еще парочка. Хуярочка будет. Я ванус их, блядь. Шатал. Ластецкий, Ластецкий, все. Пока они сражались на жизнь и на смерть среди огней Хору. Ну и чего? Ну да, вот, жирный ползет. Так, чего? Паукан. Пиздец, да, чего поделать-то, пиздец. А зачем сюда жирный-то пошел? Какой он жирный, они все тупые. Просто как Халк, ебаный. Ну как Картман из этого. Да, 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 так чувствуешь, что на нем все лопнет скоро, блядь, там одежда полопается, он выпадет из нее просто. Как Терминатор пойдет, блядь. Я бы хотел посмотреть на Кекса без футболки. Вы представьте, какой это шмат, блядь. Просто, блядь, огромный, нахуй. Кто еще хотел бы увидеть Кекса без футболки, но угома? Просто посмотреть на то, что это вообще такое. Как выглядит его, блядь, ну не знаю, что у него там, блядь, огромные сиськи. На второй платформе еще один рычаг. Блядь, да ну нахуй идите, как, блядь, может быть рычаг на платформе, ну что за пиздец, блядь, как я это могу заметить, ёбаный в рот, а? На второй платформе рычаг, охуеть просто. Пиздец, тут такие просто, блядь, мувы придумывают. Я вижу, что там есть рычаг, я сразу заметил, как сказали. Ну, блядь, это последнее, что может прийти в голову, блядь, рычаг на платформе. Counter-Strike это дресня. Представь, что мы вот так вот держим пистолеты с ВЛГ, вот, блядь, между, вот, и зажимаем, и носом стреляем, а она, блядь, спецназовец, вот что это значит. Мы два Сильвера, она Глобал. В принципе, по идее, она нас должна была разъебать даже одна. Чувак, не пытайся оправдаться. Блядь, вы вдвоем насосали девчонки. Мы выиграли, девчонки. Выиграли бы, если бы, блядь, она проиграла. Она проиграла? Да, оба раза. Нет. Как нет, блядь? Так, нет. Первый раз она проиграла 15-9, второй 16-14. Я до сих пор помню. Блядь, 15-15, я помню эту цифру. 16-14 второй раз было. Я выиграл последний раунд. Ой, все, иди ты маме оправдывайся, как вы, девочки, не проиграли. Значит, мы выиграли вообще. Чё он думает? Она Supreme. Да какая разница Supreme, блядь? Орёл это Supreme, блядь, а петух это Глобал или наоборот? Ну, неважно, короче. Она уже вроде так взяла. За
Заебись, да? Да в дыру налево, блядь! Да куда, блядь, налево-то? Там куда? Не было, что ли, дыры? Нихуя там не было, ну, хуй поймешь, что делать, блядь, заебал этот уровень! Мне показалось, дыра там. Ебаный, блядь, заебал! Вылажь, дыра. Меня заебало, блядь, я оттуда дохожу, блядь, один раз из трех. И прохожу один, сука, миллиметр дальше, блядь, на один. Метре, блядь. Тогда хули меня дамарит с какой стати? Ну чем, блядь? Стрясается земля, блядь. Какая земля? Я в воздухе, блядь. И камень в воздухе. Ну хорошо, откалывается кусочек маленький, типа, знаешь, попадает в него. Вон ты посмотри, блядь, это такой. И он, блядь, ваншот. Ну да, на меня петуч срал, из него 4 яйца упадало из одного. Тут тоже, может, какие-то кусочки долетают. Ты чего орешь-то? Блин, типа, лаву, естественно, убивает, он же, даже терминатора лаву. Ну, я про лаву ничего не говорю, блядь, это логично, если лава бы убивала. Даже терминатора лаву. Ну, я про лаву ничего не говорю, блядь, это логично, если лава бы убивала. Ну, огонь-то с какого, блядь, перепуга его убивает? Ну, блядь, с какого, а чё он должен, блядь, типа, огонь его должен обжечь, он должен скорую вызвать бинтами, чтобы его перемотать? Он должен одну капусту у меня отнять, одну, блядь, капусту, но не шесть. Капусточки, это, конечно, дело хорошее, но в доме нужно иметь и мясные закуски какие-то. Я тоже удивлялся, почему там... Не будет спускаться ради этого. Вот тогда смысл в лицо есть. На первом этаже. Да. Знаешь, там стрим-хата, через 3 года там факер там на этом сегвее, чтобы уже... Мы все уже кататься, да, подъезжать будем по очереди. Кто играет, рыгаешь такой. Ну что там? Ну ты чуть не зафейлил там финальный. Блин, там момент. Еще пришлось еще от птицы бегать. Настя сразу справилась. Да в пизду. Там, наверное, ты бы еще час горел, блин. Она села, сразу пробежала. Нет, еще раз перефоткай. Прямо наведи. Света настрой. Так, вот я сюда, чтобы лезть. Фотографируй. Так, эффект, эффект. Красиво? Нет, нет, плохой эффект. Эффекты поставь какие-нибудь. Другой, другой. Выбирай другой эффект. Что ты делаешь? Переворачиваю. О, отличный эффект. Вот этот эффект. Да назад, нет. Нет, не полностью. Контраст еще настрой, ну. 50 надо было. Ты что ты делаешь? Господи, ты вообще, ты можешь нас послушать? Мы лучше знаем, наверное. Ну, стримеры тупо. А Денис, Денис, смотрите, как это. Ну вот так, по прямой. Просто поднимайся, оно же едет вверх, ты что, дурак? Оно вниз едет. А ты давно уже стримишь? А ты до скольки будешь стримить? Я очень... А завтра стрим? Да, а я только что проснулся, а он все еще сидит. Давай следующий стрим по Quantum Break, пожалуйста. Сколько уже стрим идет? Отстанься со своим следующим. Ты знаешь, что Мафия 3 вышла? Не знаю. А играть будешь в Мафию 3? Мафию обязательно. А в Call of Duty? В Call не хочу играть. Почему? Почему? Я подписал. Почему не смешно? Почему ты не шутишь? Блин, не знаю, я 12 час стримлю. У меня сейчас как бы вот на 5-м шутка была, может отмотать без чего. Что случилось, брат? Расскажи какую историю. Стример, стример, а как ты относишься к Лемэтично? Кто это? Как это? В смысле? Так, я не понял. Я не смотрю других стримеров, и на канале мне обсуждать их запрещено. Смайлы тоже не ставьте. Стример, привет. Привет, привет. Привет еще раз. Как я дела? Я всем, вот всем говорю привет. Как дела? Привет. Зачем ты бросил эту бочку? Ты еще... Посмотрим. Провода. Почему? Чат подсказывает. Еще что? Провода. Пиздец. Почему подсвечивались? Почему подсвечивались провода? Почему они... Почему подсвечивались провода? Денис. Просто пипец, а почему? Зет. Селфи задать. Да сейчас давно уже прошел, там? Ребят, уже очень много селфи было Топ-т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 оп-
Я вижу его. Джонни, я вырубил. Дзин-дзин-дзин. Электрик. Вы электрик. Успокойся. Топ-т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 оп
сказать. Посмотрите, кажется, что это дырка в полу, но как только мы подходим ближе, игра нас и тут удивляет. Это решетка. Замечательно. Просто отличное решение. Тут дверь, господи. Она еще и закрыта. Нам нужно найти ключ. Он получил с наших очков файл карты. Какие очки, господи. Это же... Это супер. Супер очки, в которых... Вау. Вентиляционные... Тут начинается элемент стелса, что, конечно, мы с огромным камнем идем, он нас не замечает. О, класс, класс, просто класс. Слюни уже просто вырываются из моего рта, чтобы тоже посмотреть, как выглядит эта игра. Выглядит она восхитительно. Ну что ж, мы справились со всеми соперниками. Она удивляет нас и здесь. Так, ну что? Вот здесь мы можем стоять, давайте же пойдем. Так, все, время. Да, не до конца? Нет, там же сейчас. Да, стал последний. Нет, и тут я нажимаю кнопку. Игра года. Прошел? Нет. Я просто селфи каждый делал. Подожди, сделай. Секунду. На скрипе что ли сможешь? Я? Быть еще получше, если бы они упали. Ну и так было нормально. Вот. А по поводу ивентов и всего остального, вы закрыли все донаты. Не надо думать, что мы стали миллионерами. Нас, я уже объяснял, достаточно обычного подсчета, чтобы понять, что мы ими не стали. Зато вы нам помогли, дали стимул. Вот. Много было очень вайна, и ну, я видел оскорбления, там, непонимание, особенно там на ютубах, ВКонтакте, еще где-то, что по моем горбу. Ну что ж, пожалуй, что на этом все, я даже не знаю, победный надо... Победный пыщ можно? Да, надо отметить, надо отметить. В прошлый раз пили зеленый... Мне страшно. В прошлый раз пили... Ура, товарищи! Завершение успешно. Давайте вопи, что ли, посмотрим. Не, надо поставить победную надо поставить. Песню. Вайки, а, да, да, давай ее, давай ее. Теперь для зрителей, которые не знают, что такое мафия, после того, как наступает день и кто-то умирает, объявляется фактически первый игровой день. Начинают горожане обсуждать, кто же все-таки может быть мафией. Вычисляют, каждый приводит аргументы. Ну, мне кажется, что дед мафия, потому что он очень смеется, и вообще он ведет себя не как в жизни. Дед говорит, да ты че, ты сама в своем уме, и все уже думают, что дедман это мафия. После чего объявляется голосование, каждый выдвигает свою кандидатуру, я спрашиваю, кто голосует за то, что мафия Гитман, вы поднимаете руку. Ну, надо вот, я, кстати, хотел сказать, что надо аккуратно, типа, это надевать. Ну, слушай, ты не махай как опахалом этим все-таки, а как бы чуть-чуть так прям... Ну, я закрою глаза, вы сейчас отодвиньте, а я скажу, кто. Это Кекс делает. Ну, Кекс. Я не знаю, он читает игру. Вот сейчас три человека снял. Так, погодите. Давайте вот Ксюх сейчас снимет, а я скажу, слышно или нет. Кто яйца чешет? Это она мои. Она сняла? Да. Уже снимала. Ничего не слышала. Это на голосование. Нет. Хорошо. Андрей, я вас понял, Гит, не заражайте смехом, пожалуйста. Я не могу ничего поделать. Тебе настолько смешно, что убили Денис? Мне кажется... Вот. Ну вот я думаю, что все-таки Игорь у нас не просто мафия, а маньяк. Он убил и радостный сидит. Доволен своим действием. Я выдвигаю... Проснулись, посмотрели друг на друга и подумали, какого черта мы все вместе в одной спальне. Ну и начинает у нас говорить Андрей, что он думает по этому поводу. Это Андрей, да? Андрей. Это Андрей, да. Я просто... Да, все, Владимир, извините. Так, Андрей. Да. Рассказывайте. Собственно, что рассказывать? Меня все знают.